Новые области сотрудничества с Беларусью обсудили в Приморье. Приветствуя белорусскую делегацию, глава региона подчеркнул, что с каждым годом связи все больше укрепляются. Приморский край является форпостом России здесь, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. И ваше присутствие здесь тоже имеет большое значение. Через наши порты идут те грузы, которые с Китая отправляются в Республику Беларусь. В ходе встречи стороны обсудили текущие вопросы сотрудничества между территориями, в том числе поставки белорусской техники, лифтов, оборудования и продуктов питания. Мы видим, что существенным образом увеличились объемы поставок белорусской продукции. Вот, мы во многом заменили, значит, поставку той группы товаров, которая бралась по зарубежным странам, которые стали недружественными. И это направление крепнет и позволяет нам устойчиво работать в экономике и России в целом, и Республики Беларусь, ну и, конечно, Приморскому краю. И мы продолжаем также работу по демонстрации и созданию единого центра по обслуживанию белорусской техники. Вот, то есть у нас работает оптово-распределительный центр Приморский для белорусских товаров. Вот, то есть, ну и, безусловно, поставки МАЗа, другой техники. Также на встрече были озвучены предложения по расширению сотрудничества в областях спорта, образования, культуры, лесного хозяйства и строительства объектов социальной инфраструктуры. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.